Что это за звук? Телефон, что ли, не выключил? Маша, ты что, со мной в прятки играешь? Маша, ты меня обманула? Так, что мне тут задавали? А хотя, какой задавали? Надо же отдохнуть после школы. Ну и где мои тут виртуальные монстрики? Ну хотя, какой телефон? Мне же надо распаковать свой новенький Бейблейд. Фарнелотик, пришла твоя пора. Что это за звук? Телефон, что ли, не выключил? Я телефон вроде выключен. Да не слышно с окна. А, точно, телевизор. Странно, телевизор выключен, а звук есть. По-моему, это с Машиной комнаты. Вроде нету. А, знаю, под столом. Маша, ты что, со мной в прятки играешь? Понял где. А, вот ты где. Чё ты плачешь? Я двойки получила. Ну ничего, бывает. Давай вылазь отсюда. Нет, теперь я отсюда не вылезу. Ну значит, я к тебе залезу. Ну и по какому предмету получила двойку? По двум. Ого, две двойки? Ну это не очень круто. И по ведению. Зашибись. Так у тебя прям бонус плюс. Так, а ну давай вылазить. Сейчас что-то придумаем. А что ты придумаешь? Стереть не пробовала? Да, стереть здесь будет сложно. Придумал. Давай эти ошибки исправим, а домашку правильно напишем. И скажем, что училка придирается. Давай, но я же сама не смогу. Давай, садись, пиши. Не могу. Чего ты не можешь? У меня рука трясется. Ух ты, горе луковое. Давай я за тебя сделаю. Еще вот это, еще вот это, и вот это. Да. Ладно, сделаю за тебя уроки. Ага, хорошо, а я пойду успокоюсь. Не-не-не-не-не-не-не. Алло, Рита, да, идем гулять. Уроки уже у меня сделаны. Сделал. Так, сколько время? Ого!
А еще у меня много своих уроков. А когда же мне распаковать Парнелса? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, ты уже не плачешь? Это хорошо. А что мне плакать? Так у тебя же двойки. Тима, какие двойки? Ведь в первом классе оценки не ставят. Маша, ты меня обманула? Ах, Маша, ты хитрюга, я на тебя полдня потратил. А я что? А я же ничего, я же девочка. Ребята, какое задание дать Маше, чтобы она его делала за меня? Напишите в комментариях.